Почему я люблю вязать на круговых спицах? Наверное, во многих видео моих вы заметили, что я часто очень использую в вязании вот такие вот спицы на лесочке. Это круговые спицы. Объясняю почему. Здесь есть несколько причин, они сугубо мои личные, субъективные. Во-первых, я люблю вязать по кругу изделия. То есть соединяю их вязание в круг и вяжу по кругу, и таким образом связанное изделие получается целиком без швов. Иногда я вяжу, допустим, также на таких же круговых спицах, вот, допустим, вот эту шапочку, не по кругу, хотя можно было бы, но все равно вот таким вот образом. Тоже это очень удобно. Почему? Потому что вы всегда можете примерить изделие прямо в процессе вязания на себя. Это очень удобно, потому что вот здесь вот все получается гибко, эластично, все легко двигается так, как вам удобно. Когда вы вяжете на прямых спицах, на обычных, это совсем неудобно. И вам приходится как-то измерять там по сантиметру или прикладывать к выкройке. На голову, допустим, шапку померить будет совсем невозможно. В-третьих, кстати, вот при вязании по кругу многие узоры вяжутся гораздо проще. Допустим, вот лицевая гладь, если бы я вязала бы здесь по кругу, у нас были бы только лицевые петли, то есть вязать можно практически чуть ли не с закрытыми глазами. И еще одна причина. При вязке такими вот круговыми спицами вы избавляетесь от проблемы потерянной одной спицы. То есть, что иногда бывает, когда вы вяжете, 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 потом отложили вязание, раз смотрите, и мистическим образом одна спица куда-то у вас теряется. Бывает такое очень часто. Здесь это просто, в принципе, невозможно, потому что у нас обе спицы соединены в одну. То есть, по сути, у нас одна спица такая вот единая, и вы на ней вяжете, никуда у вас ничего никогда не потеряется. Вот так вот. Поэтому я очень люблю использовать именно круговые спицы. Нужного вам диаметра можно выбирать какие угодно на лесочке. И еще, кстати, один момент. Когда вы вяжете, допустим, какое-то такое вот большое изделие, состоящее из многого количества, из большого количества петель, когда вы связали уже достаточно много, получается так, что вот здесь вот внизу у вас висит очень-очень много уже связанного изделия. Когда вы вяжете, допустим, на прямых спицах, вся вот эта вот связанная у вас все полотно получается вот здесь сбоку, справа или слева. В данном случае все получается внизу. То есть вязать гораздо проще. Вам приходится уже двигать рукой гораздо удобнее получается. Вам не приходится вот поднимать вот все это вот огромное полотно, которое вы уже связали. Особенно если вы вяжете, допустим, там мужской свитер. Это получается тяжелые нитки плюс много петель. И здесь получается все проще. Все у вас оказывается вот здесь вот посерединочке. Не так тяжело поднимать, собственно, это вязание. Вот такие вот мои причины, почему я использую чулочные спицы. Всем рекомендую, ой, извините, не чулочные, а круговые. Всем рекомендую.